Успенский пост. Здравствуйте, мои дорогие. Я дед Еремей. Благодать и мир вам да умножится в познании Бога и Иисуса Христа, Господа нашего. А что вы знаете про Успенский пост? Успенский пост – это один из четырех многодневных постов в православной церкви, посвященный подготовке к празднику Успения Пресвятой Богородицы и привязан к годовому кругу неподвижных праздников. Успенский пост продолжается две недели – с 14 по 27 августа. Этим постом Церковь призывает нас к подражанию Божией Матери, которая перед переселением своим на небо непрестанно пребывала в посте и молитве. На первый день Успенского поста приходится праздник изнесения честных древ животворящего креста Господня. По строгости этот пост близок к Великому посту. Помимо обычных мясных и молочных продуктов, устав запрещает вкушать постом рыбу, кроме праздника Преображения. Заканчивается пост праздником Успения Пресвятой Богородицы. 27 августа за вечерним богослужением в храмах выносят для поклонения из алтаря плащаницу с изображением Божией Матери. Плащаница находится посреди храма до чина погребения, когда ее крестным ходом пронесут вокруг церкви. Вот так вот, дорогие мои. И помните, мир освещается солнцем, а человек – знанием. Да храни вас Бог!